Теперь Украина. В центре внимания сейчас столица и парламент страны, внутри и около которого разгораются нешуточные страсти. Из-за поправок Конституции, касающихся децентрализации, в них оговаривается и особый статус Донбасса. И как раз сейчас должны рассматривать на внеочередном заседании. Оно началось с опозданием. Депутаты от радикальных течений долго блокировали сам сессионный зал, а потом трибуну. Ранее сразу несколько политических фракций пообещали, что не примут законопроект Порошенко. Одновременно с этим почти 1000 представителей националистических движений собрались у стен Рады, протестуют против предоставления каких-либо свобод регионам Юго-Востока. При этом сами изменения главного закона страны, которые вызвали столь бурную реакцию, по сути, никаких полномочий властям в Донецке и Луганске не дадут. Напомню, в ДНР, изучив предложение Порошенко, заявили, что это фактически отказ Киева от выполнения Минских соглашений.